Друзья, всем привет, всем привет! Вы на канале Пиратская жизнь, с вами Вова, как всегда. Что-то у нас неровненько стоит. Во, так будет поровнее и покрасивше. Там видно. Чего видно? Всю площадку. Всю площадку видно? Все. Можем, знаете, стоять и наблюдать вообще за тем, что у нас будет проходить. У нас же скоро будет чемпионат здесь по водным видам спорта, да? Как это так называется? А почему? Тоже мне добавь мои. Мира. Кубок мира? Мира, да, нифига себе. Да, по пляжному волейболу. О, вот, в Таиланде будет, в Паттайе. И будет выступать даже наша русская команда. И вот мы вчера, когда проходили, здесь уже прям все готовят. Так, тебе надо перчик? Давай, добавляй. Перчик, кстати, очень хороший. Вот мы купили тогда, получается, когда приехали, только бутылку масла подсолнечного. Одну пахучую масло мы привезли с собой, вот перец купили. Соль у нас, правда, уже вторая банка идет. Да, спасибо. Давай, не жалей, не стесняйся. Нет, я просто к тому, что сколько чего хватает. Вот там туалетная бумага, тоже вот мы купили 24 рулона, нам как раз вот хватает. Но она, знаете, вообще на самом деле, насчет бумаги хочу сказать так, что она здесь очень быстро что-то уходит. Не в плане того, что мы много какаем, а в плане того, что она какая-то у них, видать, меньше метраж. У нас как-то побольше метраж. Вот, но, в общем и целом, всем прекрасного настроения и отличного аппетита. Смотрите, какие крайнозы фрукты. Здесь попы маленькие. А, сыпется. Да. Убежала. Убежала. Попы маленькие. Наверное. А у нас же такие нормальные попы-то. Маши. Хотел бы красиво сделать, ага. Видите, как оно все. Борщ. Конечно, правильный борщ кушать со сметанкой, вот, чесночком, сальцем, 50 грамм водочки. Здесь и с майонезом неплохо. А то, что он наш нижегородский, греет еще душу. Так, сегодня не знаю, какие планы. Да. Ну, у нас, знаете, тут такие планы, какие планы. Вот так. Гуляем, отдыхаем, загораем. На морюшке, понимаете. Вот мы же туда приехали, как говорится, зимовать. Прям свое удовольствие. Свое удовольствие. Мы же Таиланд знаем вдоль и поперек. Конечно, в основном его вот эти вот центральные части, типа Паттайя. Вот. Но тут мы уже, конечно, прям... Я уже даже, знаете, вот, когда что-то объясняешь, представляешь прям карту. Это как у нас в Нижнем тоже карту представляешь, когда понимаешь, где это вообще. Вот, и тут точно так же. Хлебушку бери. Я специально вам положила. Фиринги. Бери. Хочешь сломать? Прям так бы ел. Господи, что-то стесняешься. Я вот целый возьму кусочек и все. Так то вот сам сверну и буду кушать. На докторскую булочку, да, похож? Он с каким-то таким вкраплением. Вроде как белый, а вроде как частично со злаками, что ли, какими-то. Или с отрубями. Ну да. Ну, вкусненькие. Чисто белый, он какой-то безвкусный. Он прям сильно сладкий такой, приторный. Тут хороший. Особенно подсушить. Это когда дал сладкий. Это такой хлеб. Видишь его? Сжимаешь, видишь, он такой слипает весь. Вот так. Нас вот откусил, и он восстановился. А тут как-то по-другому. В общем, знаете, хорошо проводим время, в общем и целом. Конечно, да, с деньгами, ну, не очень хорошо, потому что, во-первых, эти месяца такие голодные, скажем так. Они всегда на Ютубе были голодные, а мы тут, видите, решили шикануть. Один раз живем. Я вот не знаю, доживу я до следующего года, не доживу, хрен знает. Зато в этом году я исполняю все свои мечты. Так.
У меня сейчас появилась мечта купить квартиру еще одну. Хорошую, двухкомнатную, с большим метражом, чтобы была большая кухня, большая прихожая. Вот. И сделать там ремонт. Надеюсь, моя мечта тоже сбудется. Надеюсь, нам дадут кредит и ипотеку. Так. Тебе уже нет. И что берем у тебя? И что будешь ты выплачивать? Мне не дадут. Почему? Почему не дадут? За возраста. За возраста? Ты уже старенький? Да, а мне еще 40 нет. А может, мне дадут? А мне как думаешь, дадут? Тебе дадут. А потом догонят и еще дадут. Да нет, просто знаете, на самом деле, когда ты, у тебя есть кредит или ипотека, на самом деле это как стимул зарабатывать. Ну, конечно, ипотека это такой себе. Лучше, конечно, это не брать. Это такая кабала, такое рабство. У меня есть план, как выполнить. Как быстрее его выплатить. Вот так что. Просто первоначальной суммы у меня не хватит на целую квартиру. Покомнатно не продают. Так вот, резервируйте мне. Вот эту квартирку, а сейчас куплю зал. В рассрочку. Потом кухню, а потом это, да? Да-да-да. Я вас буду ее постепенно выкупать, да? Ну, можно я в ней пока поживу? В лизинг. Угу. Не, рассрочка. Сегодня, кстати, читала, хотят ввести ипотеку 2%. Там какие-то такие условия должны быть очень такие жесткие. Я так понимаю. Вот в Америке, кстати, прикольно. У них там вот реально ипотека прям очень мало. 1-2%. Очень мало. Я уж не знаю, там сейчас в связи с этим с кризисом, возможно, у них там повысилось, конечно. Но вот раньше, до всех этих кризисов, у них там что-то процент был 1-2%, вот реально. И вот ты берешь квартиру практически за ту же сумму, ты ее и забираешь. А у нас берешь квартиру через 10 лет, но у тебя уже в 2 раза дороже. А если на 30 лет, то в 3. Капец. И страховки вычитают. Вон мы сейчас это кринг. За машину платим этот кредит, да? Вот сколько уже платили раз? Сколько платили раз? Я смотрю, у меня что-то не уменьшается. Я думаю, что за херня? Захожу, смотрю, это мы страховку все выплачивали до этого. Капец. Все никак не уменьшается. За сколько месяцев платим? Что я с мая? В прошлом году. Ну, скоро год будет. Короче, все эти кредиты, конечно, да. Ну, а с другой стороны, ну, да, к сожалению, столько не зарабатываем, что будет. Нет, можно было, конечно, там, покопить. Я вот копить не умею. У меня проблемы, я купить не умею, понимаете, вот. У меня вот прям вот, как говорится, денежка ляжку жмет. Я сразу, блин, поедем туда, поедем. Это сюда съедем. Ой, горюши мне уже не нравится. Давай еще что-нибудь по навороченье купим. Вот. Так что лучше, как говорится, вот в рассрочку, и знаешь, что вот туда нужна денежка. А то я все на путешествие промотаю. Так-то заработать-то можно. Благо мы растем. Рекламодатели к нам приходят. Вот. И это здорово. Сейчас в Россию вернемся, еще больше будет. Я сейчас, к сожалению, в Таиланде связаны руки. От очень много реклам приходится отказываться. Девчонки меня страхуют, конечно. Наташа с Дашей спасибо им огромное, но, к сожалению, не все они могут. Кое-где нужно мое личное присутствие. Именно в России. И да. Еще раз хочу сказать, уважаемые наши
те, кто нас не любит. Злючки, злыдни, которые пишут очень много гадких комментариев. Как я однажды поговорила с одним рекламодателем, говорю, ну вот у нас там такое бывает что-то. Гадкие комментарии пишут и прочее. Мне сказали так, мы комментарии не читаем. Важны только цифры. Все. Так что хоть отпишитесь. Хоть и писайтесь, да? Ну. Если ролик внешне ничего не нарушает, почему бы нет? Вкусный борщ, борща. И за горем. Мне вот проще, как говорится, взять в ипотеку, если дадут, и уже потихонечку выплачивать. Знаешь, что у меня есть кабала. И все. А там, глядишь, и побыстрее выплатим. И все хорошо будет. Мы же все-таки растем, развиваемся. Вкусно. Овощи-то. Бери все бюджки. Ой, нет, борщ это, конечно, это тема. Сделать уже, знаете, ремонт. Я даже, как я говорила, знаете, я хочу квартиру не для того, чтобы вот там, знаете, как некоторым сдавать, там, вложение денег и так далее. Нет, я хочу сделать квартиру чисто под себя, чтобы ничего не ограничивало, никакие ни шкафы, ни там холодильники, ничего-ничего. Конечно, частично можно что-то перетащить из старой квартиры, да? Телевизор бы я забрала, робот. Холодильник, возможно, бы забрала. А все остальное вот сделаю чисто, знаете, вот под себя. Все красиво было. И вот так будет сделано. Полы будет... сделать. Грузовой. Полы сделать красиво. Там и это, то, все. Давай, надо доедать язык. Налетай. Подъедай. Чтоб ты мне оставил. А мы сейчас в той квартире, где живем, все равно. Как где можно было бы сделать ремонт? Во-первых, жить в ремонте в Вольте. Это поначалу. Вот мы с ней с Лошиком сошлись. У нас тогда уже квартира продавалась. Вот. И делали ремонт с отцом. Этот Вольчик присоединился. Он сразу, знаете, только познакомился. Давай я тебе могу сделать ремонт. Детка. Еще не знать друг друга, а уже побежал ремонт мне делать. Ой, как сильно я тебя зацепила. Ах ты, засранец. Вот. И тогда, знаешь, сколько мы с ним ремонтов пережили? Ой. Ну, скоро 8 лет будет, как мы вместе. Уже официально. А вообще в этом году будет 10 лет. Да, мы женаты. Ну, в смысле, 10 лет, как мы вместе. И 8 лет женаты. Да, Бабзан? Побрейся. Сколько раз просил? Обезьяны не бреются. Тогда обезьяна не ходит пить пиво на пляж. А же обезьяна. Он фруктика кушает. Ты же обезьяна? Обезьяны пьют там пиво. Не пьют. Пьют. Пойдем, покажу. Не надо. Верю. Вроде солнце было, куда солнце ели? Там сбоку. Опять тучи какие-то.
Вчера хочу лакнуть пальцы. Я говорю, что-то устаю, блин, после кулана. Капец. Полтора часа туда едешь, полтора часа мимо обратно. А ты два. Конечно, вода. Это здорово. Просто такая теплая, мягкая море. Супер. Море здесь, конечно, прям кайф. Что, будешь быть вот? Или наелся? Я что-то уже наел. Да. Борщом. Да, ешь. Фрукт свой. Джет. Фрукт. Прочее. А я так и быть доем овощи. Да? Да. Ай. Джет фрукт. Тяжело будет, но я постараюсь. В общем, было плохо без тебя. Хорошо, что приехал. Знаете, у меня сейчас в голове вот именно вот эта песня. Вот он читает мои мысли. Насколько сильно мы с ним уже коннектим. 10 лет мы уже вместе. Прикиньте, 10 лет. Ну так. 10 лет она меня мучит. Я тебя отпускаю. Говорю, иди, ты свободен. Нифига. Хозяин отпускает тебя, добит свободен. Да-да-да. На камеру только. Да, конечно. А я же тебе паспорт-то давал. На камеру, да. Потом опять забрала. У тебя была возможность его забрать? Ты у меня отняла его. Прикольно, кстати, вкус такой. Но они не дают дроще. Да, джекфрут не дает. Папайя дает. Манго дает. Маракуйя. Что там еще? Волосатики дают. Что дают? Джекфрут не дает. Забился. Что-то борщ такой сытный прям вообще. Давай как. Смотри, сидим. В общем, все у нас хорошо. Если все будет нормально дальше, будет стабильно. Я вот не хочу, знаете, взлетов там туда-сюда. Мне главное стабильно. Вот у меня есть моя постоянная аудитория, за что я огромное-огромное спасибо, что смотришь на постоянной основе. Вот. Прям огромное человеческое спасибо. Вот все, что я бы не сняла, вот все посмотрят. Вот все посмотрят. Хейтеры, так они вообще там с раннего утра уже там знают расписание наше. Каждую прям... секунду смотрят. Они как там? Это реально, каждую секунду. С лупой. Да? С лупой, да, вот это. И, понимаете, поэтому нам и платят площадки. Потому что нас смотрят покажется. Очень внимательно. Вдруг что-то хотя покажется. Многие пишут, что на перемотке. Но как показывает практика, смотрят внимательно. Так. Вдруг что-то там вывалится или еще что-нибудь. Я вообще смотрел там. Свои трусы рассмотрю. Ладно, это лирика. В общем, всем хорошее настроение. Ой, кислое. Всем хорошее настроение. Пойдем мы. Приведем себя в порядок, вынесем мусор и пойдем гулять. Потому что прекрасная погода, почему бы не прогуляться. Ну, конечно, возьмем с собой. Увидимся в следующем выпуске. Пока-пока.